Итак, дорогие друзья, хочу еще раз обратить внимание ваше на эту красивую картинку. Посмотрите, какая прелесть. Сказочно Тбилиси прямо, посмотрите. Какое удовольствие. Вот сейчас нахожусь я на террасе перед Нетерским храмом. Здесь вот только была туристическая группа. Фотографировали, сейчас они ушли. Вот остался только здесь этот парень, который демонстрирует свою такую прекрасную машинку. Но машинка, по-моему, такая не совсем новая, но неплохая, я бы сказал. Вот такая вот классная, обклеенная. Вот, а у нас туристический автобус вот сейчас направляется вот в сторону Орточала, вглубь. Может быть, сейчас развернется, поднимется вот по этому пандусу. Нет, 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 поехал он дальше. Там еще один стоит, ждет пассажиров. Вот и канатная дорога здесь прекрасно работает, поднимает, потому что наверху тоже очень интересно. Вот и Нетерский храм. Наверху тоже очень интересно. По той простой причине, что оттуда открывается прекрасный панорамный вид на Тбилиси. У меня была идея тоже подняться на канатной дороге, но не сейчас, может быть, попозже, во второй половине дня. Сейчас уже нужно торопиться, отправляться по другим делам. Вот здесь вот такая вот зимняя сказка. Тоже очень красивая картинка. Я сегодня радую вас изображением. Так что до встречи.